Птица на балкон залетела. Сейчас будем спасать птицу. Открываем дверь, чтобы вылетела. Хотя он там дырочка есть, почему-то она не может там понять, что нужно вылететь. Вот дырочка. Никак не может догадаться. Ну что, придется окно открывать. Посмотрим, как сейчас она найдет дорогу. Не может понять или боится, придется рукой гнать. Эй, птичка, эй, птичка, помните, мультик был такой: эй, птичка, а там много еды? Вот столько. Не, вот столько. О, вылетела наконец-таки.